Всем привет. 23 мая. Я под вечер вышел, слушайте, как-то морозит. Ледок. Троллейбус пустой, вообще никого нету, 2% только. Это остановка Спартак, странно. На остановке что-то нет никого. Может, война, я делов не знаю. Однако прохладненько в Ялтушке. Удивительно. Вчера было тепло, таял снег, падал и таял, а сегодня подморозило. Скверик такой небольшой. Я на садовой остановке сошел и на набережную иду. Это мы сейчас пройдем через кафешки. А, нет, не, я думал, Ялтинский дворик. Нет. Как ни странно, Рыжик вчера не пришел, можете представить? Я в шоке был. 3:30 утра уснул, я постоянно в окошко смотрел и выходил. Елочку еще ставит, смотрите. Елочка. Музыка. Надо что-то говорить, когда музыка. Я сейчас заблокирую нас ютубчик. Что это маркет я не видел. Вода. Табак. Куда мы вышли? К туалету мы вышли. К фирменному туалету. Ялтинский фирменный туалет. Достопримечательность Ялты. Так, я крутану здесь, посмотрю. Собак надо накормить, корм взял. Ну так, ветра нету. Так-то вроде нормально. Погодка, в смысле. Наверное, +1 или нулевая. Температура воздуха. Море красивое. Чистое. Только чаек и уток плавает. И как всегда я забыл хлеб. Да я зашел в это. Ласточка на гнездо. Гора Макаби. Красавчик плавает. Чайка совсем маленькая такая. Тоже, наверное, с Азова на зиму прилетают. Местный, огромный, толстый. А это вот баклан.
не ныряет. Неужели рыбы нету? Зимой должна рыба в порту быть. Поклан такой дельный плывет. Поглядывает. Жертву ищет. Ох, ну. Покланчик. Вот еще одна уточка. Уже другим цветом. Ох, тоже нырнул. Поклан рванул, смотрите, как он быстро летает. Главное, летает и ныряет, я в шоке, и по берегу еще ходит. Там ветрище на Айпетре. Здесь на набережной поддувает. Такой прохладненький ветерок. А там, дай боже, наверное. Вода сегодня нереально красивая. Елку не хотят убирать. Ну, люди есть. Немного, но есть. Зима, чего вы хотите? На каске ни одного человека нету. Собачка на дискотеку вышла. В балоневой курточке. Стороны горы еще видите, как ярко. А с этой стороны закат уже сел, все. Вот здесь он приснил. В общем, рано темнеет в Ялте, так
как-то нехорошо. Ну, в принципе, зато летом хорошо, да? Рано солнышко за горами садится, и тенечек такой кайфовый. Смотрите, сколько бакланов сидят, сушатся. Перышки свои сушат, бакланчики. Они еще рванул, смотрите. Слон. Меня напугался, я подошел к берегу. Вон им немножко хлеба принесли. Залетали, залетали. Корочку чуть-чуть кинул, и все. Вода такая красивая. Переливается аж. Интересно за ними наблюдать, как он лапками гребет, смотрите. Вот сколько их. А ты не будешь нырять? Что ты башкой крутит? Вчера за вороной наблюдал, тоже так голову крутило, там что-то возмущалось там. Ныряй, ныряй, я сказал. А ну ныряй, да? Чайка там что-то бакланову на ухо присела, представляете? Кто такую хоть раз увидел? Чайка с бакланом чирикует, я в шоке вообще. Нашли же общую тему. Как пилить рыбу балан, да? А вот еще два сидят, тут сейчас я покажу, два баклана. Муж и жена. Подними голову, баклан. Вот морот, а. О, крылья распахнул, смотрите, смотрите. Головой какой. Ну надо же. Обдувает ветерком, перышки сушит. На улице такой дубяк. Прикольно. Бермудский треугольник. Постоянно волнение какое-то, мутилово. Вон еще один шиблик пришел на дискач.
купола увидел церкви, которая на Кирово стоит, представляете? С набережной увидел купола. Ничего себе. Раньше я их почему-то не замечал. Полетели, полетели чайки. Ну вот вчера я вам говорил, беспонтовый ролик с матом. Ну вот он сегодня, сутки прошло, больше всех набрал по просмотрам. Вы мне не верите. Просто вы взрослые. Вам что-то такое надо, спокойненькое, правильное. А молодежи охота, охота другое. Им еще жить и жить. Молодежь-то какая сейчас пошла. Поэтому просмотры. Где мат, где кипиш. Странно. Что-то здесь собак нету. Удивительно. Даже не делись. Я не вода, ты меня не догнал. Господи, прости нас, грешно. Кто-то там вчера комментарий из вас написал. Надо в Бога верить. А кто не верит? Да, я крещеный. Расписала там так. Так вы умничаете в комментариях. Меня аж бесит ваши. Меня что, первый день знаете, что ли? Это пишут же вы, подписчики еще, которые с Лазаревского. Ну вот, розовеют тучки уже. Видок придается. Были бы переливы такие на море, так красиво было. Хотя в Лазаревском, о, закат опять же, да? Опять смотрят взрослые люди, других закат вообще не интересует. Я сам дело прошлое на рыбалку ездил в Оренбурге. Я даже не помню, чтобы я на него смотрел, вообще на него внимания обращал. Только на поплавок, остальное я больше ничего не замечал. Что женщины не обижайтесь на меня, если я когда-то там спылю это эмоции, я же не робот, блядь, ходить рассказывать или там. Мне меняется настроение через 5 минут. Не нравится, как я разговариваю. Ну просто отпишитесь, зайдите дальше. Блогеров только немерено. Кто вчера ответил? 3 женщины только ответил. Я вопрос вам задал. Наташа ответила искренне. Искренне. Ольга ответила. Все прикидываются хорошими. Ну давай, долбани. Вот
она назад отходит, тоже интересно, когда встречается волна с волной. Пойдемте дальше искать собак. Оттенки дает, но это не то, это не то, вовсе не то, чего я хочу. Плюс 5, удивительно. Время 3:06. Ну каких плюс 5? Я мерзну тут. О, собачий. Собака какая-то побежала, ни раз не видел такую здесь. Я представляю, как у него пальцы себя мерзнут на этом гармоне. Я вот камеру держу, у меня пальцы к пластмассу прилипли уже. Ну, пробьем набережную. Что тут? О, движ какой, нифига себе. Я же говорю, вот идешь вот так вот с GoPro, вроде нет никого, да? Вот сейчас удалю, вроде, да, ну нету людей, нету. Как же ты на камеру говоришь, есть люди, если их нету, да? Вы подумаете. Ну вот приближаю, вот и смотрите, есть люди или нет. Вот. Вот, видите, у меня просто приближаю, он даже конезавод вышел погулять. Туса тут постоянно. 23 января, я в шоке, и люди ходят. А так нету, да? Вот. Что вы в телефоне там увидите? Нету.
Да, не то все это. Не то все это. Когда еду или в автобусе, без разницы, на Кирову, когда церковь проезжаем, люди всегда крестятся. Много кто верит в Бога. Камеры, что хорошо, ходить не надо по набережной. Видите, каток раз заснял, да? На самом деле это каток полкилометра от меня, ну поменьше. Мы с Марьянс, и там за ним уже гора Медведь видно, когда если ты на Приморском, Приморском парке находишься. Ты что, рыжий, как попал сюда, на набережную? Сидел там у камней, короче, у моря. Оттуда прибежал сюда. О, прыгай, ребят, ничего себе. Сейчас я ему корм собачий дам. Собак нету, хоть котенка накормим. Звонят. Вот еще один хвостик ему лежал, бля. Передвигает ногами, так интересно. Он еще гавкать умеет, слушайте. Слышите? Вот чуть-чуть поел и рванул, пока я там по телефону болтал. Вот одно не пойму. А чё, рыжика вы чё, не любите, что ли? За черныша, как пишете, да черныш красавчик, да черныш спокойный. За рыжика вообще ни слова не говорите, я в шоке над вами. Просто в шоке.